И снова всем привет. Ну что, мы продолжаем чужих. Я чуть отдохнул после работы. Залил первую часть, которую вы уже, возможно, посмотрели, возможно, нет. Хочу теперь пойти потоптаться по трупам. Начать все-таки сюда. Надо выяснить, куда не надо идти. Хотя, возможно, здесь как раз таки и будет не хватать этого молотка. Потому что мы возвращались, как помните, и случилось взрыв этот, фонаря там и прочее. Что, в принципе, может означать, что как раз таки мы сюда должны были... Ну, возможно, вот так вот же мы пришли, посмотрели и выяснили, что нам чего-то не хватает, и пошли обратно, и нас тут... Врасплох должен был застать фонарь. Как-то так. Красный, красный. Блин. Резак. Труп с каким-то пылесосом. Резак. Ну все, значит, правильно. Надо было чуть-чуть буквально пройти, чтобы выяснить, то у нас не хватает резака и вот чего-то, что помог бы это открыть. Хотя, мне кажется, тут тоже резак бы помог бы. Но мы, конечно же, его найдем позже. Уже. Еще раз сценарий взорвется. Вообще, если честно, довольно странно. Так, а это не головоломка, кстати. Что-то такое помню, где-то было. Ладно. Кто из вас знает ответ, если пишите. А, спрятаться, да. Кстати, знаете, что мне интересно? А, есть одна аптечка, вот. Теперь она выбрана, отлично. Так, куда нам тут идти? Мы слушали это или нет? Опять пришлось выгонять этого пьяного бродягу. Подонок чуть дверь не разворотил своим ломом. Он, наверное, думает, что здесь можно отсидеться. У нас и так забот по горло. Не хватало еще с алкашами нянчиться. Короче, посадил я его в камеру, пусть проспится. Так. Здесь мы тоже были, значит, надо идти. Искать, как этот лом или что это вообще, если это, ну, говорится, что тут лом, с ломом выгнали бродягу. Знаешь, возможно, это... Ой, бродяги на космопорте. Это прям круто. Вообще, если честно, я совсем не догоняю, что здесь происходит. В том плане, что я видел, когда я смотрел... геймплейные кадры, я видел, что там чужой постоянно, а тут получается, что Севастополь пострадал от чего-то другого. Я хочу подать жалобу. Жалобу этому. Короче, мне это нужно больше, чем тебе. Меня звать Зак Уотсон. Уотсон! Понятно? Жалоба, короче, такая. Я жалуюсь на службу безопасности. Вообще-то они должны нас защищать. Это их работа. Когда на станцию пробралась какая-то хрень. Ни одна собака не знает, кто это. Никто ничего не знает. Двери закрыли. Спрятались и сидят. Люди, мне страшно. Это кобздец, как мне страшно, люди. Как цуцик? Не думал, что где-то услышу в игре это выражение. Кстати, даже если честно, не знаю, откуда оно пошло. То есть, значит, чужой здесь. Все-таки, да? Раз кто-то напал и не могут понять, кто.
хреновый замок. Тогда, возможно, Apollo, этот компьютер, который тут занимается с роботами и контролирует, он стал типа Красной Королевы из Resident Evil и теперь хочет всех поубивать. Значит, что? А с андроидами-то придется сражаться. Ну, это мы узнаем. Ну, а теперь мы не узнаем, стесняется ли он. Так, это главная дверь, наверное, да? Это мы слушали? Я отключил последний источник питания. Да. Еле нашел. Приходи, когда закончишь. Не осталось починить затвор, и можно валить отсюда. Давно пора. Надоело спать на стенках. Уже шорохи всякие мерещатся. Собственной тени боюсь. Короче, возвращайся скорее. Интересно, как это помогло бы от чужого избавиться? Баррикадирование дверей. Вроде вентиляции тут нету. О, папа, не кидай меня в окно. А, каждый ответственен за безопасность. Тут должен быть какой-то ништяк. Так, что там было? Хлам. 5 штук. Журнал нижнего белья, по-видимому. Калькулятор. Наверное, Casio. А тут дальше нужны плазменные резаки уже, да? А дверь нельзя приоткрыть. Ну, в фильме он их быстро всех поперетаскал. Чужой-то. Так, а там у нас... Если идти назад, ничего не было, вы не помните? Были такие забаррикадированные двери? Похоже, что нет. Надо понять, как отображаются вот такие закрытые двери. Сейчас мы подойдем, откроем карты и посмотрим. Извините, простите, пожалуйста, извиняюсь. Так. О, сейчас какая-то херь случится. Ой! Руки вверх! Ладно, ладно. Я Рипли. И откуда ты, Рипли? С корабля. А что? Кораблей тут нет. Теперь есть. Теперь есть. Я рад слышать. Потому что тут дело дрянь. Вот прямо только что какая-то хрень взорвалась. Видела. Дамочка. Только это еще фигня. Да? Да. Тут кто-то завелся. Тебе такого и не снилось. И кто же? Убийца. Ясно? Ясно. Не спрашивай, он ли это. Аксель. Мы шли через открытый космос. Втроем. Ты должен помочь мне найти своих. Их отнесло взрывом. Чё? Ну, ты хорошо тут все знаешь. В смысле? Мне-то что за радость? Возьмем на корабль.
а вдруг ты врешь? Сначала мне нужна связь. Надо связаться с кораблем. Сегодня твой счастливый день. Не нравишься ты мне, Аксель. Можно тебе? Связь будет в технобашне. Отсюда далеко, но мы попробуем добраться до транзитной линии через грузовой терминал. Только осторожно. В грузовом можно найти проблем себе на задницу. Ну, пошли. Можно жетончик сразу заберу? Я боюсь, рано или поздно он тебе перестанет быть нужным. Я не намерен тут долго торчать. Что-то так одной рукой его спокойно держит. Странный какой-то затвор. А, так это ты за мной шел? Ну, я держался подальше, чтобы не рисковать. Держись рядом. Что? Эй, а ну стоять! Тихо, тихо. Мы не хотим проблем. Кто вы? Свет, смотрите, клево. А это Джерри. Нечего тратить время на этих ублюдков. Пошли, Том и Джерри. Нам надо в центр связи. Поможете найти? Не нужна нам их помощь. Нечего с ними разговаривать. Я починил лифт. Идем, Дженна. Слышишь? Ну, простите. И удачи вам. Это не те двое тогда пробегали мимо. Как это все понимать? Почему ты такой агрессивный? Народец тут перепуган. Каждый сам за себя. Так оно надежней. А еще может быть калькулятор Citizen. Надеюсь, про корабль ты не соврала. Какие тогда были популярны. Надеюсь, не враг? Все, я теперь могу тебе доверять. Он же не дает сохранять, если враги рядом. Окей. Ничего, если я тут... Тут надо умеючи. Лаской. Ой, смотри-ка, ты живой остался. Ну, чего ждешь? Жми на кнопку. Ты чё телепортируешься так? Давай-ка ты объяснишь, что происходит. Прямо сейчас. Слушай, это стекла? Давай так. Вот сядем в твой корабль, нальем по маленькой и будем трепаться сколько захочешь. Вот именно, в мой корабль. Я хочу знать, в чем тут у вас дело. Прямо сейчас. Ладно, объясняю. У нас тут убийца. Убийца? Какой еще убийца? Я его не видел, но он есть. Убирает людей одного за другим. Да что за убийца-то? Как розовая белочка. Нет, кое-кто похуже. Монстр. Это мы приехали так? Что-то вот, знаете, по идее он должен был постоянно пистолет бы держать наготове. То есть, если дверь открылась, он бы уже держал. Я бы лично делал так, если бы был на его месте. Черт, валим! Со мной! Пригнись! Надо выход искать, а мы тут фигней страдаем. Депу, нет никакого выхода, а тут хотя бы тихое местечко. Надолго ли оно тихое? А если сюда придут? Придут, будем стрелять. Конечно, закрыто. Кто бы сомневался, что это закрыто. Все. Мой приятель видел тварь, так что от нее можно уйти живым. Главное сразу бежать. О, этим ребятам лучше не показываться. Иди за мной. Где слышал это имя, Аксель? Кто мне напомнит? Встречались пару раз. Чужаков они не любят. Даже таких компанийских, как я. Вытащите, вытащите, вытащите. Держу, подруга. Хочешь с ними познакомиться? Иди, рискни здоровьем. Пушки мне для красоты. Надо же что-то делать. Надо. Известно что. Выживать. Так, возможно, с людьми придется народ, как с цепи драться. Сорвался. Сама понимаешь, что страх с человеком делает. Да уж поняла. Да, по тебе видно. Ты что, здесь живешь? Уж извини, у прислуги выходной.
Бери все, что может пригодиться. Кто знает, будет ли другой шанс. Так, тут и нет ничего особенного. Я тут уже неделю сижу и жду, не подвернется ли корабль. Вот баллон. Батарейки для фонаря. С нами темень, хоть глаз выколи. Так что возьми фонарик. И опять сохранка. А фонарик мы не нашли. На. Такая анимация прям. Прям в мозг вживила. Пошли. Так и музыку надо выключить. Сюда. Да я пытаюсь. Угу. Ой. И что теперь? Я посторожу. Тут где-то есть еще одна шахта. Я ее отметил, чтобы не потерять. Вот это? Нет. Давай, осмотрись. Эта шахта единственный выход. Найди ее. Аксель, это она? Погоди, я сейчас. Ты пока смотри, я пойду тут еще гляну, что есть. Че смотри, ты же ее... Ты же ее помечал. Ты должен знать. Странный товарищ. Опять батарейки собирать. Ну ёперный театр. Иди, что? Что ты мне головой? Не задерживаться. Так я ж тебя жду, мой юный друг. Давай, топай. Выхватит пистолет, вот так и... У вас тут все ползают по вентиляции? Только те, кто хотят жить, детка. Не называй меня деткой. Детка. Как говоришь, корабль-то называется? Тихо. Можно я с фонариком посвечу? Так точно. Надо идти к остальным. У них там проблемы. У них там вечные проблемы. Пошли. Лучше его не зли. Ничего. Все будет хорошо, я точно знаю. Иди за мной. Читер. Сквозь стену пролез. Да, я сохраняюсь каждые 5 минут. А что делать? Я ж не хочу потом долго ждать. Теперь тихо. И фонарь не включай. Как говоришь, фонарь включить? Ничего. Тихо ты. Стой. Ну что за проблема? Похоже, тут кто-то чужой шарился. Всем глядеть в оба. Увидите кого не из своих, сразу палите. Ясно. Стерегите, я запасы проверю. Так было надо. Это ты предложил, не я. Не завалим. Завалим? Ну, надо же как-то прорваться. Прорваться к выходу. Как? Устроим диверсию. Вырубим генератор, и тогда они побегут проверять, в чем дело. Ты меньше меня. Раскручишь потихоньку. Ну, спасибо. Последние запасы проверял. Ну я, а что? Ничего к рукам не прилипло? Не понял, ты чего несешь? Эй, ничего он не брал, я был рядом. Мы не досчитались. Еды, боеприпасов, медикаментов. Значит, точно кто-то левый залез. Этого не хватало. Мы же так хорошо тут спрятались. Черт, ну а замок-то, который Джо смастерил? Он цел, я только что проверил. Надо быть так, осталось понять, когда генератора дойти и где он вообще. Сообщит об этом боссу? Боссу? Да он обычный продавец. И что? Ты на его место хочешь? Он этого не говорил. Я говорю... А ты поменьше говори. За умного сойдешь. Идем. Надо проверить остальные запасы. Видимо, тут где-то.
Блин, а уже не по себе. Что случилось? Генератор сдох. Что, сам взял и сдох? Там кто-то есть. Посмотрим. Все за мной. Охрененно. Не тронем. Там внутри что? Вроде не сломан. А ты это как понял, Эйнштейн? Ну, если бы он сгорел, то дымился бы. Но вот почему-то не пашет. Может, предохранитель сработал? Или крыса залезла и нажала аварийное отключение? Крыса? Нехреновая должна быть крыса. Ну, не знаю я. Нет, это кто-то шутки шутит. Тот же шутник. Ничего, у нас пушки. Ну что, давайте-ка найдем эту чертову кнопку. Он же меня видит, да? Ну вот, блин. Хер его знает. Может быть, надо было быстрее линять или найти более хорошее место для того, чтобы спрятаться. Так, теперь тихо. И фонарь не включай. Тихо, стой. Тихо. Расслабься. Кто-то чужой шарился. Всем глядеть в оба. Увидите кого не из своих, сразу палите. Ясно. Стерегите, я запасы проверю. Зря мы это сделали. Понятно, мы хотели есть. Но нельзя же так. Может, я бы успел сюда куда-нибудь он. В тот угол. А, тут вентиляция была, ёперно. Бабай. Вот я лох. Что случилось? Генератор сдох. Что, сам взял и сдох? Там кто-то есть. Посмотрим. Я за мной. Кто тут? А ну вылазь, не тронем. Там внутри... Вроде не сломан. А ты это как понял, Эйнштейн? Ну, если бы он сгорел, то дымился бы. Молодец, почему-то не... Сюда. Потише. Они еще рядом. За мной. Ты сам бежишь. Сейчас намажу тебе клеем, будешь знать. Ну? Ты заходишь, нет? Большая красная кнопка. Далеко еще? Почти пришли. Скоро транзитная линия. Открутить. Здесь твой корабль не улетел. Что не такого ты ждала от Севастополя? Меня тут вообще быть не должно. Рабочая виза неделю назад закончилась. Я так и сумел добраться до товара, шеф. Шеф не заметил пропажу. Станция закрывает, мало ли что может потеряться в суматохе. Насчет таможни не волнуйтесь. Синклер велел своим не докапываться. Да и вообще сейчас не до нас. Они только и делают, что с утра до вечера пересчитывают взятки. Думаю, ты получишь, за что заплатил. Выли. Инвентарь ничего не брать и не вычеркивать из списка без моего разрешения. Аспирин, консервы, вода, зубная паста. Это очень нужно, особенно сейчас. Зубная паста, сухое молоко. Боеприпасы на исходе. Зое удалось раздобыть какие-то рецептурные препараты. Все выписаны на одно имя. Видимо, этому человеку они больше не нужны. Кое-где вентиляция даже не работает. Отлично. Дверь обесточена. Эти уроды нас заперли. Ясно. Чтобы открыть дверь, надо одновременно нажать на две кнопки. Я нажму здесь, а ты иди ко второму пульту. Ладно.
Ладно, только мне сейчас уже начнут в задницу стрелять, как только я это сделаю, да? Готово? На счет три. Раз, два, три. Аксель, сзади. Что? Угадай. Попался? Все сюда! Поймали варюгу! Думаешь, можешь переть все, что плохо лежит? Уберите руки! Ах ты, гад такой! Воу! Черт! Пошли! Сейчас остальные явятся! Надо валить! Живо! Ах вы, сволочи! Они убили Кенни! Стреляйте! Он, походу, мертвый! Они его убили! Ты же его убил! А иначе он убил бы меня! Тут или ты, или тебя! Ты понимаешь? Что такое? Там кто-то есть. Сейчас его чужой захавает, смотри. Аксель? Это что за херня? Что, меня преследовать перестали? Мы отсюда и пришли, скорее всего, да? Дверь закрыта, поэтому мы не вернемся и они не придут. Еще такое ощущение, что в заставке было другое место. Блин, эти звуки, а. Где там что едет, господи, ну? Блин, что-то мне уже сыкотно. Без проблем.
Подожди, там был какой-то чертеж. Выход к центру связи Sixen Telecom, службе техподдержки и лабораториям Gemini Exoplanet Solutions. Или его нужно там еще что-то дособирать? Ну, окей. Не знаю, зачем я это сделал, но на всякий случай. Так. А куда нам надо выйти-то? Или я взял просто какой-то ингредиент. А то, что там Лоуренс был, это как раз именно место, куда мы идем. Куда мы попали, точнее. Я не подхожу, я ничего. Я пока спрячусь. Дверь закрылась или... Пометки какие-то. А мы можем драться. Надеюсь, нас потеряли из виду. Довольно светло, могут спалить. Еще не ясно, куда эта баба делась. Ушла ли она, или тут она еще. Так, что это? Закрытая дверь. Так, обшмонаем здесь. Наверняка что-то есть. Запри с ними дома и жди меня. Нам надо перебраться в какое-то безопасное место, пока Сиксон не пришлет корабль. Видел тут соседа, не помню как зовут, он еще ходит в грязной бейсболке и мерзко пахнет. Кажется, он прятал за пазухой пушку. Ни с кем не говори. Как можно скорее возвращайся домой. Я скоро буду. Ага. Похоже, она пыталась подобрать код к лифту. Контакты перегорели. Ерунда. Надо просто заменить элемент данных. Ну, как скажешь. Может, она просто добиралась, так как мы? Предлагаешь рискнуть и проверить? Ну да. Лучше...
Вот он, видимо, вот здесь, вот, да, этот блок данных. Вон там, она внизу была. Да. Упустил я момент, когда можно было пойти. Думаешь, мы тут в безопасности? Не похоже. Сейчас только молиться, что он либо пойдет дальше, либо повернется и не увидит. Все время мерещится, что эта тварь прямо за стенкой. Что за бред? Блин, тут он еще один. Их трое, что ли? Это те ребята, которых... мы генератором обманули. Ты показался. А вот этот может нас спалить. Или нет? Ведь уже летят спасатели, правда? Конечно. Блин, вы что, так и будете патрулировать одинаково? Я ж не смогу туда выбраться, если вы так стоите. Да ёперный театр. Это что за хрень? Тебе показалось. Бля, буду показалось. Давай, бляха-муха, уходи. Она продолжает нас держать на мушке. Да, хреново она бегает после ранения. Блин, что-то как-то мы неправильно играем. Уж больно часто вздыхаем. Самое интересное, что мы сразу пошли туда, куда надо, на удивление. Теперь действуем по схеме. Нет места? Блин, как? А это все и получилось. И место есть сразу. Так. Нам на сенсор, да? У нас полный, ладно. Слушай внимательно. Прямо сейчас уходи с работы, забирай. А, да, мы это уже слушали. С ними дома и жди меня. Нам надо перебраться в какое-то безопасное место, пока Сиксон не пришлет корабль. Видел тут соседа, не помню как зовут, он еще ходит в грязной бейсболке и мерзко пахнет. Кажется, он прятал за пазухой пушку. Тут нельзя ничего делать, ясно. Можно скорее возвращайся домой, я скоро буду. Сейчас мы обшмонаем пока все.
пока можем. Сейчас, секунду. Что-то я не, пока не догоняю. Что нам это дает? А, подожди, можно выбрать комнату. Понятно. То есть мы берем где-нибудь или нет, или динамики. Не знаю, что это делает, на самом деле что-то так и не догоняю пока. Их несколько. Я думаю, если активировать систему. А это мы очищаем наоборот, да? О, или наоборот. Во! Шикос. Или оно только в определенных местах? Ага. Похоже, она пыталась подобрать код к лифту. Контакты перегорели. Ерунда. Надо просто заменить элемент данных. Вот где. Предлагаешь рискнуть и проверить? Ну да. Лучше сразу ее пристрелить. Вон они, да. Вон там. Она внизу была. Вот еще один управляющий. Похоже, блок, да? Ну что там? Не держат совсем не в тему. Он не мог далеко уйти.
Оставьте все. А, нас сейчас спалят, 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 спалят. Далеко он не ушел. Ищите. Эй, ты! Ну, твою же ж мать. Блин, что делать? Да что вы говорите? Может, бить реально по затылку надо, чтобы оглушать? У меня же есть молоточек. Тут тоже плазменный резак нужен. Ах. Последняя попытка. Рандомно появляется, видите? Тут изначально было пусто. Жетон. Надо разобраться с этой херенотнёй, что она вообще делает. Уж я так и не понял. Ну понятно, надо все-таки, чтобы отключить, но... Нестабильная система. Не знаю, давайте пока это оставим. Очень не хватает сейчас. Вообще, что это такое? Турбина или спутник? Ага. Похоже, она пыталась подобрать код к лифту. Контакты перегорели. Ерунда. Надо просто заменить элемент данных. Ладно, попробуем по-другому в этот раз. Блок данных все там же. Ну да. Лучше сразу ее пристрелить. Вон там. Она внизу была. Ну что там? Кто-нибудь посмотрит, что там? Да, как вы меня увидели? Так, все, на этом пора заканчивать летсплей. Эту серию. Сейчас сразу же сяду третью часть писать. Так что спасибо за просмотр. Комментируйте, лайкайте. Увидимся в следующий раз. С вами был Алекс Драга.